Здравствуйте, уважаемые коллеги. Меня зовут Михаил Нигишенко, и сегодня я с вами хотел бы поговорить о CAD-системах, которые позволяют существенно облегчить жизнь инженера. О тех системах, которые во времена моего обучения в университете мне приходилось проталкивать с боем, а сейчас они уже стали неотъемлемой частью инженерной деятельности. И одна из таких программ – это AutoCAD. Как вы видите, у меня сейчас на рабочем столе расположены две иконки для запуска. Это AutoCAD версии 2009 и AutoCAD версии 2013. И на их примере я хотел бы вам показать, что несмотря на то, что временной промежуток между выпуском этих версий довольно велик, но для основной группы пользователей изменения в версиях будут не столь заметны. А следовательно, вы можете начинать изучение AutoCAD или работу с любой из версий данной программы. Естественно, не только 2009-2013, есть еще много разнообразных версий, AutoCAD обновляется каждый год. Для меня важно, чтобы вы поняли, что базовые знания, которые вы получите на любой из версий, пригодятся вам при работе с последующими. Также хотел обратить ваше внимание на то, что у меня установлены исключительно англоязычные версии. Это не значит, что я большой знаток английского языка и пытаюсь вам навязать сложную для восприятия версию программы. Я лишь хочу донести до вас мысль о том, что любой программный продукт лучше все-таки изучать на родном языке производителя. А особенно такой крупный, как AutoCAD, где содержатся тысячи команд с сложными подфункциями, большинство из которых приходится иногда вводить с клавиатуры. А любой русификатор, как вы можете сами понять, может перевести одну и ту же команду различными словами, синонимами. И вы будете всегда путаться, какие же буквы с клавиатуры вам необходимо будет вводить для вызова той или иной подфункции. На скорость работы это может оказать в результате существенное влияние. Итак, я хочу подытожить, что это не какая-то моя личная прихоть. Это всего-навсего забота о том, чтобы перевести общение с программным продуктом на более профессиональный уровень. Так как, запомнив термин, характеризующий определенную команду, допустим, в версии 2000-го AutoCAD, вы сможете легко ее найти и в версии AutoCAD 2013 года. И сейчас я хочу запустить обе версии AutoCAD и показать вам некоторые отличия в интерфейсе. Итак, AutoCAD версии 2009. Как всегда, запуск AutoCAD это дело не быстрое, поэтому я его опускаю. И мы видим перед собой классический интерфейс AutoCAD с выносными панелями, на которых расположена каждая из основных команд в отдельности. И теперь давайте посмотрим запущенную версию AutoCAD 2013. В общих чертах интерфейсы очень похожи, однако есть некоторые отличия. В AutoCAD версии 2013 у меня настроен не классический интерфейс, а интерфейс с так называемой лентой команд. Лента расположена всегда на одном и том же месте интерфейса, в верхней его части. И все команды, которые присутствуют в классическом интерфейсе, на панелях инструментов, такие как Line, Polyline, можно найти на ленте команд обновленного интерфейса. Как вы видите, Line, Polyline, окружность, арка. То есть все основные команды здесь присутствуют, только они упорядочены вот на такой вот общей панели. В обновленном интерфейсе команды сгруппированы на лентах по общему смыслу. Команды вставки, команды аннотации, где присутствуют размеры, текст, описание, мультивыноски и прочие элементы панели для работы с пространством листа и другие функции. И так как я классическому интерфейсу AutoCAD посвящал целый базовый курс, то сегодня я хотел бы посвятить некоторое время работе с лентой в AutoCAD. Но это не значит, что вы не сможете перейти к классическому виду. Здесь в 2013 AutoCAD есть также возможность перейти к интерфейсу AutoCAD Classic простыми манипуляциями. Как видите, все команды вновь распределились на панельках инструментов. Но все же вернемся к ленте и рассмотрим другие особенности интерфейса AutoCAD версии 2013. Кроме ленты, которая стала чуть более удобной, чем была в AutoCAD 2009, расположение групп команд более оптимизировано, и теперь можно в полной мере пользоваться и в профессиональной деятельности.
Также появилась обновленная командная строка. В классическом интерфейсе, который я вам показывал раньше, командная строка была выделена тремя линиями и занимала гораздо большее пространство на рабочей области. Сейчас же командная строка представлена вот такой вот полупрозрачной отдельной панелькой, размеры которой можно легко менять. Привязывать эту панельку можно как к боковым областям, и тогда при растягивании она будет у вас тянуться только в одну сторону, так и к центру. И тогда растягиваться она будет в обе стороны. И, естественно, можно ее закрепить на интерфейсе AutoCAD и привести к более привычному виду. Естественно, я выбираю тот вариант, который будет мне предоставлять большее пространство для работы, так как все панели инструментов, грубо говоря, это неиспользуемое пространство, которое вам сокращает область обзора чертежа. И сейчас я хочу показать вам, как выглядят подсказки и отработанные функции на обновленной командной строке. Это выглядит довольно эффектно. Допустим, я выберу команду линии. Сразу же командная строка предлагает нам вводить новые точки. Мы рисуем линию и наблюдаем, как все последующие операции, предлагаемые для ввода, выводятся на основной командной строке, а предыдущие действия повторяются на полупрозрачных, вот таких вот сереньких полосочках, которые с течением времени после завершения команды сами собой исчезают. Как вы видите, это довольно удобно. Все так же осталась функция вызова окна командной строки для отдельного просмотра нажатием клавиши F2. Только теперь это окно выглядит не как отдельное выносное окошечко, а разворачивается весь список исчезнувших действий над основной командной строкой. Все это мелкие дополнения, которые, опять же, повторюсь, присутствовали и в классической версии интерфейса AutoCAD. Только с нажатием клавиши F2 у вас появлялось вот такое вот окошечко, которое вы могли переносить куда вам необходимо, но все же оно не было полупрозрачным и заслоняло часть рабочей области. Еще одно немаловажное дополнение в интерфейсе AutoCAD версии 2013, но оно более рассчитано на работу с трехмерными объектами. Это, может быть, кто-нибудь сталкивался с такими же функциями в программе от разработчика фирмы Autodesk под названием 3D Studio Max. С помощью этих функций вы можете легко разделить свою рабочую область на несколько видовых окон и легко работать с трехмерными объектами. Здесь присутствуют разделения на видовые окна, различные проекции и различные способы шейдинга трехмерных объектов. Вы сможете легко, без применения отдельных команд, закрасить трехмерный объект или привести его к другому необходимому для вас виду. Для работы с двухмерными чертежами может быть полезна для вас функция разделения на видовые окна, так как вы всегда можете вывести часть линии на один экран, на второй экран и определить общий вид чертежа. Итак, легче будет начертить длинные отрезки на больших чертежах. Видите, я выбрал одну точку, вторую точку и провелся отрезок соединяющих. Ну, вернемся к единому видовому окну и рассмотрим с вами последнюю заметную невооруженным глазом особенность интерфейса AutoCAD версии 2013 года, расположенной в правой его части. Здесь собраны некоторые инструменты, облегчающие навигацию в трехмерной модели. Давайте посмотрим, как они действуют. Для этого создадим некую трехмерную модель. Ну, так скажем, сделаем трехмерный кубик, на примере которого рассмотрим действие функции навигации. Итак, я сейчас создал кубик, и давайте посмотрим, как действует первый элемент навигации.
Это такой компас, внутри которого расположен куб с активными гранями, углами и плоскостями. Каждая из активных частей позволяет вам быстро в один клик отобразить соответствующую проекцию. Вид сверху, аксонометрический вид, вид сзади, вид справа и так далее. Также можно вращать виды вокруг своей оси с помощью таких вот дополнительных стрелочек. Еще вы, наверное, заметили под кубом кольцо, одно из действий которого определяет нижнюю грань трехмерной модели. То есть, несмотря на то, что вы повернете проекцию, вы всегда будете знать, где находится ее низ. Для сложных 3D-моделей это не имеет особого значения, но для такого вот простого объекта, как куб, иногда необходимо знать, где находится его нижняя часть, а где находится его верхняя часть. Кроме этой функции, у кольца есть еще дополнительная функция. Оно является своего рода компасом. То есть вы всегда можете определить направление севера, юга, востока и запада. Если потянуть за это кольцо, то трехмерный объект будет вращаться вокруг вертикальной оси. Если потянуть мышкой за куб, то вы можете вращать вокруг центра трехмерного объекта. При нажатии правой кнопкой на кубе вы можете выбрать один из предложенных пунктов. Первый позволяет вам перейти в начальное положение вида, определенного вами вручную. Второй – это отображение трехмерного объекта в параллельных проекциях. И третий позволяет включить отображение трехмерного объекта в перспективе. То есть теперь у вас трехмерный объект выглядит не в плоскопараллельной системе координат, а определена перспектива для него. Далее идет функция, которая может определить текущий вид в качестве домашнего. Как я говорил, вы можете его определить вручную. Потом нажатием на Home вы всегда можете вернуться к этому виду. Давайте попробуем. Определим его в качестве домашнего. Теперь повращаем и воспользуемся функцией Home. Видите, она сразу вернулась. Кстати, функция Home также расположена чуть левее и выше от куба и обозначена вот такой вот иконкой домика для быстрого доступа к ней. Следующий пункт позволяет вам настроить некоторые свойства видового куба. Сейчас мы этим заниматься не будем. Просто я определяю, что есть такая возможность. И пункт справки, где вы всегда можете почитать все подробности о видовом кубе. Чуть ниже видового куба присутствует определитель системы координат. В данном случае стоит мировая система координат, вы можете определить свою пользовательскую. И еще одна панель навигации. Она отключается нажатием вот этого крестика. Но, в принципе, она довольно полезна при работе с трехмерными объектами. Первая команда – это навигационное колесо. Отображается оно вот так вот рядом с курсором мыши и позволяет вам в одном элементе выбрать различные способы обзора трехмерного объекта, как то прогулка. Вы мышкой можете тянуть в определенном направлении и двигаться относительно рабочего пространства. Обзор. Стоя на одном месте, вы можете смотреть в разные стороны. Функция Orbit, которая вам позволяет вращаться вокруг трехмерного объекта. Ну и множество других функций, полезных при работе с трехмеркой. Далее приведены те же самые функции, что на навигационном колесе, только выведены они отдельными командами. Я думаю, с ними будет несложно разобраться. И последняя функция включает панель анимации, где вы можете самостоятельно записывать ролики обзора трехмерного объекта. И раз уж зашла речь о трехмерных объектах, то в системе AutoCAD версии 2017 сделали интерактивный значок системы координат. То есть вы можете взяться за него, как повращать оси относительно начала координат, так и быстро изменить само начало координат, привязав его
к любому объекту. Видите, и сетка, обозначающая нулевую плоскость, также перемещается. В сложных трехмерных объектах эта функция бывает очень удобна. Не надо пользоваться дополнительными командами, расположенными на ленте. Ну вот, в общем-то, и все видимые изменения интерфейса AutoCAD версии 2013. И на этом я завершаю текущий видеоурок. И приглашаю вас в увлекательный мир плоского и трехмерного моделирования в CAD-системах и, в частности, в системе AutoCAD. Спасибо за внимание. До свидания.